Au. Molho, nossa. Мона, за преступлением следует наказание. Зачем ты опять в каком-то цветке лапами лазила, а? Шо, мяу, зачем ты это делала? Ну ты дурень, правда, скажи мне, пожалуйста, что тебе это дает рыться в земле? Ага, ты куснуть меня вздумал? Это я тебя сейчас кусну. Всем доброе утро. Очень хотела сегодня в качестве завтрака выпить смузи. Наверное, этим не наемся и через время захочу что-то еще. Но мне очень хотелось. Здесь шпинат, немножечко листьев шпината свежего, 3 киви и немного воды. Это все. Мне вид отчаянной домохозяйки. Ну, ничего такая вроде. Ничего такая домохозяйка. Что я хотела сказать? Вчера, значит, вечер, что там с мамой разговаривала. Ну, в общем, все нормально было. Иду я уже, простите за подробности, в белье в душ купаться. И тут как шандарахнуло. Я вот это все побросала, быстро нацепила халат и пошла в коридор. И халат я нацепила с той мыслью, что если сейчас попадет ракета в дом, и я умру или буду под завалами, чтобы меня не нашли в трусах, извините. Вы представляете? Мысли людей сейчас. И причем я такая не одна. Сейчас даже когда ты идешь в туалет, когда идешь купаться, ты все время боишься вот этого момента ужасного, что ты... Ну, в таком виде будешь обнаружен. Это вообще максимально вроде бы глупо звучит, но это так. Вот скажите мне, кто тоже так думает? Вот, ну, такие странные абсолютно мысли, но они есть, от них никуда не денешься. И вчера был очень такой интересный момент, когда начал блымать свет, он отключился, включился, буквально там секундочка это было, и слышу потом только взрыв. И мне звонит мама, говорит, а что это такое? Типа не было взрыва, или там сирену потом включили. Я говорю, мама, наверное, где-то далеко прилетает, а звук до нас доходит немножечко позже. И потом я эту теорию проверила, потом снова блымает свет, я говорю, мама, сейчас бахнет. Что ты говоришь? Сейчас ничего не бахнет. У мамы там уже истерика начинается. Я говорю, подожди, сейчас все проверим. И оно реально спустя там несколько секунд взрыв. То есть где-то вот, представляете, как где-то далеко, а звук до вас потом доходит. У нас и пожары вчера были, и свет отключали в некоторых районах, там населенные пункты, по-моему, некоторые были без света, без воды, то есть вчера тоже очень жестко было. Надеюсь, что без жертв, об этом не писали, ну, я очень хочу верить, что никто из людей именно не пострадал. Чего они этим добиваются, я не знаю, ну, опять шмальнули уже в какой раз, ну, так мы опять починим, это может длиться бесконечно, сколько можно нас вот этим запугивать, чтобы, не знаю, психологически людей добивать. Так не добьете. Уже сколько времени прошло, мы были без света конкретно вот именно зимой, самое такое стрёмное время. Сейчас уже весна пришла, уже теплее, уже свет светит, солнце светит, дали нам освещение в городе. Мы, я не знаю, мы многое сможем пережить, я думаю. Ребята, выпила тут смузи, я ужасно голодная, поэтому сейчас буду есть свою пасту, которую вчера готовила. Там мой цветочек стоит. Женское счастье все никак не распустится. Я не понимаю, почему оно не распускается. Уже столько времени эти цветы просто закрытые у меня. Я показываю баночку своих манта для тех, кто спрашивал, какие у меня духи сейчас. Ну, они у меня не единственные, но этими сейчас начала пользоваться активно. Что-то вот настроение на мантале. Действительно, очень секси аромат. Очень такой серьезный. Я бы сказала, что ну, где-то даже тяжелый. Приторный немного. Ой, все валится, я просто спешу. Достаточно сладкий. И очень такой комфортный. Ну, не знаю, мне он очень нравится. Но я понимаю, что это, скорее всего, аромат на любителя. Поэтому с таким будьте осторожны. И вообще, такие духи лучше сначала понюхать где-нибудь в каком-нибудь брокарде. Потом уже покупать. Все, друзья, немножечко даже опаздываю на танцы. Я сегодня в своих брюках от Рики Хайп. Все та же кофточка от The Lace, как ее перестать носить. Кеды свои. Тоже, кстати, украинский бренд. Браска. Белая. Пора уже... обувать. И, кстати, мне не нравится, что они какие-то шотсы. Они же новые. Что за черные пятна? Надо покупать какой-то крем, наверное, и как-то их отбеливать. Ну и тренч, да. Тренч — это моя любовь вообще. Мне кажется, что даже сейчас мне в нем будет жарко. Сегодня очень тепло.
пальцев заехала в Леди Робов, купила вот такую пену для подошвы, ну, для белой обуви. И там еще были всякие скидочки, меня уломали, я купила 3 пары носков. Они, конечно, так себе по качеству, но, блин, 50 гривен, 3 пары таких вот коротеньких носочков. Они как раз сейчас нужны, беленькие, стремительно их менять нужно. И нужны короткие, такие нормальные носки. Знаете, я вот хожу на танцы, иногда выставляю видео оттуда, и там некоторые, конечно, в восторге, там некоторые говорят, какая Ксюша классная, но реально очень крутая, она для меня прям, она эталон, именно и в танце она шикарная, от нее такая сексуальная энергия прет, женственность, и у нее очень аппетитные формы, ну, короче, на нее смотришь, прям слюнями заходишься, хотя ты девочка. Вот. Так вот, некоторые пишут совершенно противоположные вещи, типа, вот там шеста не хватает, это too much, типа, это очень откровенно, и некоторые прям грубят и оскорбляют даже и тренера там, ну, то есть, а я читаю и думаю, почему люди так пишут, ну, то есть, тебе либо должно быть пофиг, либо вот что-то где-то тебя задевает, и знаете, я вам скажу правду, когда-то я относилась к хилс и подобным танцам так же. Типа, шоцы, ну, типа, это как-то слишком, это как-то очень откровенно, что за такие танцы каких-то непонятных девушек. Потом я в себе покопалась, ну, то есть мне не нравится, когда я так к чему-то отношусь, значит, что-то со мной не так, не с ними, не с девочками, а именно со мной. Я покопалась и подумала, наверное, просто хочу так же, наверное, мне просто не хватает какой-то уверенности и сексуальности, и я хочу быть такой, как они. Хотелось бы научиться так танцевать. Это мега круто, когда девушка может себя проявить с такой стороны. То есть, ну, вы понимаете, именно там в танцевальном зале. Ты знаешь, что она больше раскрепощается, она как-то более в себе уверена, у нее прокачивается фигура, вся эта энергия. И я понимала, что, наверное, просто хотела так же, потому так к этому относилась. И когда я пошла на хилс, я поняла, что это совсем про другое. Это не прям про секс там или что-то подобное. Здесь не так приземленно все. Здесь нужно мыслить шире, не знаю, это тебя реально очень сильно раскрывает, и это такой драйв, я вам хочу сказать, особенно когда ты среди женщин нормальных, и они все такие классные, ты ими любуешься, это что-то с чем-то, поэтому чем осуждать, лучше рекомендую вам просто пойти попробовать, может быть, вам тоже понравится. Мама сегодня меня вновь пригласила на ужин, мы еще договорились после ужина пойти прогуляться, кофе выпить. Знаете, у нас эта традиция появилась в прошлом году, мы выходили с родителями вечером, но это было, когда тепло было, потом похолодало, и мы перестали, соответственно, выходить, сейчас уже можно начинать. Я прихожу, тут такие шикарные тюльпаны, я говорю, боже, кто прислал, сам Вэл, что ли? Мама такая, тайный поклонник, я тю, какой тайный поклонник, а потом дошло, что Карина, наверное, прислала, очень красиво. А ты читала, сколько тут, читала? Не читала, очень много. Очень 10 марта вообще. Приятно, когда потом. Потому что все ожидают 8-го, а 10-го уже никто ничего не ожидает. А зачем вообще? Ну, просто интересно. Красивые тюльпаны очень. Карина любит этот цвет, я знаю еще. А что это за каша? Это кус... пшено. Господи, пшено, я не могу понять, что за каша. Такой у нас сегодня ужин. Еще и салат из капусты. Но я не люблю капусту, тоже так есть. А почему? Капусту очень... Кстати, надо есть кислую квашеную капусту. Я ее только в той капусте божественной люблю. Очень полезная капуста квашеная. Просто брать и есть. Спасибо, не хочу. Еще мы так... Можно... Мы так хотели с родителями прогуляться. Такая была хорошая погода. В итоге мы вышли. Ветер как задул. Мне не холодно, я не замерзла. Не, мы с папой замерзли, оно в уши дуло, ветер холодный. Мы в итоге вернулись в нашу будочку родненькую. Будем пить кофе с родителями. Ну, мы, конечно, тут зависали. Прикольная будочка. Видела один тикток. Кстати, сами АТБ снимали, у них же тоже есть тикток. Типа, что пришел там за чем-то одним, а в итоге завис на вот этой штуке с китайскими товарами. Вот так и родитель. А, мама. Бабушке бы понравилось, если бы только камушек был настоящий. Ну, в общем, я тоже, бывает, сюда прихожу и зависаю на этой фигне. Такой же есть отдел еще в Сельпо, но он поменьше и не такой интересный, как в АТБ. Можно найти что-то. Друзья, знаете, из-за чего я расстроилась? Значит, один ремешок где-то потерялся. У меня же они вот здесь были на рукавах. И вот один остался, а второй где-то потерялся. Я искала по пути к родительскому дому, как дошла, я возвращалась, получается, домой, искала ремешок, не нашла дома, не нашла. У меня есть подозрение, что я могла потерять его где-то в городе, когда на танцах была. Очень обидно, потому что, блин, это все-таки придавало
тренчу законченности. Это как аксессуар. Я не затягивала их, ничего с ними не делала, с этими ремешками. Может быть, надо было проверить. Что теперь делать, не знаю. То есть родители предложили вариант сходить к швее какой-то знакомой, принести один ремешок, чтобы она сделала точно такой же, нашла там такую кокожу. Но тоже это турецкая кокожа, такого определенного красивого оттенка, мне кажется, можно просто не найти в таком цвете. Что если носить просто без ремешков на рукавах? Ну, то есть они у меня чисто декоративную функцию выполняли, я их не затягивала никак. Но все равно обидно. Вот, видите, какой он один. Вот второй вот такой потерялся. Писец, так обидно, блин, тоже. Так хотела тренч, так это... Старалась, знаете, покупала, и где-то оно потерялось. Так что, если будете покупать тренч, всегда проверяйте эти штучки. Ну, с моим тряпичным такого не было. Хотя вот эти вот вещи, как пояс и вот эти вот ремешочки на рукавах, они все время норовят как будто бы сползти. Вот, потому что я, ну, тренч, например, ношу почти всегда расстёгнут. Я не застёгиваю тренч. Соответственно, все телепается. Такое, да? Такое, скажи, Маняш, ну шо це? Ну шо це? А ты шо возмущаешься? Давай, кувырок. Мон, нет, не это. Ну мы же уже ходили с тобой к доктору. Зачем ты это делаешь? Что это такое? Что за голос у моей киски? Да ладно, что ты психованная такая сегодня? Я и то, и это, и пятое, и десятое. И чуть ли не в одно место ей дую. А она вот так себя ведет. Не делай коту добра, не получишь мяу. Все. Кыш. Побежала. Ну что, друзья, я очень чувствую себя уставшей из-за танцев, наверное. Из-за танцев. И у меня спина болит в последнее время в одном месте. Где-то, наверное, я ее чуть-чуть повредила. Ну, такое бывает. У меня такое часто бывает. Потом проходит время, и это все проходит. Сейчас надо включить, наверное, свою гирлянду. Приму душ и посмотрю, может, какое-то кино. Вчера такое кино смотрела, ну, немного занудное. С Кирой Найтли, детка называется, такое себе. Хотелось просто что-то посмотреть. Завтра, наверное, буду убирать. Может, наконец-то сяду за учебу? Это писец какой-то. Меня аж сама себя корю, ребята, за то, что я и не успеваю, иногда и не хочу. То есть вдохновения нет, желания нет, я не сажусь. Это очень плохо. Надеюсь, что быстро этот этап, точнее, период закончится. Надо садиться и дальше работать, работать на будущее. Вот. Благодарю вас за то, что смотрели это видео. Берегите себя. Все. Спасибо за то, что подписываетесь. Мне очень приятно. До новых встреч. Пока.